были с тобой в мире булочки с корицей. Можно было не говорить. Цель. И теперь будем на диете. Да, теперь нам нужно сесть на диету, потому что... значит, что у нас еще? Давай поговорим. О завтра чем? Мы должны поехать в салон, да? В Zen, да, договориться. Чтобы мы там могли снимать. Чтобы мы там могли снимать все-таки преображение. Я думаю, что... Ну, смотри, нам нужно, помимо того, что нам нужно для себя, ну, подбирать себе одежду, ну, это ладно. Нам нужно еще выбрать одежду на Лену. Вот эту, нашу героиню. Можно, кстати, ее... У нас послезавтра уже рабочий день, же 2-го, да? 4-го. Да. Можно в четверг ее взять с собой. У нее хороший рост. И на самом деле ей можно вещи оверсайз какие-то. Не просто какие-то, знаешь, там, а именно оверсайз ей можно. Ее запросто отвезти в капсулу. Там вот много всяких таких интересных решений, знаешь, дизайнерских. Вот. Если что, можно так сделать. Чтобы было доверие, да, какое-то? Просто не доверие, чтобы мы могли взаимосотрудничать с какими-то брендами, бьюти-брендами, ну, да, косметическими, там, L'Oréal и так далее, чтобы мы могли вести тренинги, знаешь, ну, вот с этой целью. Ну, этот рюкзак. Он до сих пор на своей машине, да, этот сарамзак? Да, ну что, мы тоже. Ну, да. Не, ну, вообще говорю. Хотя у него семья. Вот ларёчек. Он сколько пробовал продать его? Машину? Да. Он говорил? Тут что-то освободилось рядом. Да. Здесь я не хочу, здесь нет смысла. Едем к нам. Не будем заезжать в Новос? Да, думаю, надо. Да, надо. Я бы яблочки взяла. А, у меня есть, но зеленые, голден. Все, мы приехали. Так, надо бы где-то встать. А там место? 9 назад? Да. А вон там может? А вот сюда нельзя? Жопкой. Или вот сюда, мне кажется. Вот здесь, да, мне кажется, мне спокойно. Вполне. Ладно, пойдем в Новос, потом еще встретимся.